Всем привет! И как и обещал в прошлом видео, мы продолжаем обзор проектора BlueEnode, и сейчас мы полистаем белую книгу и посмотрим, о чем говорят разработчики проекта. А BlueEnode запускает первый в мире протокол энергоэффективности на основе блокчейна. И это создает децентрализованную экосистему, которая позволяет строительным операторам по всему миру учиться друг у друга тому, как тратить меньше энергии за счет распределенного анализа данных. Глобальное потепление, вызванное выбросом углерода, является как самой большой проблемой человечества, так и огромной финансовой возможностью. Здания вызывают более 30% выбросов углерода в мире, да, что делает их крупнейшим и единственным источником выбросов углерода, поскольку они потребляют около 60% мировой энергии. Более 70% всех зданий было построено до первого энергетического кризиса 70-х годов, что создает огромный рынок для повышения их энергоэффективности. BlueEnode является крупнейшим источником изменения климата из-за энергопотребления, которое приходится на примерно 33% мировых выбросов парниковых газов. К счастью, все здания могут уменьшить количество энергии, используемой интеллектуальным управлением, интеллектуальным анализом данных, внедрением передовых энергетических технологий. И эти улучшения могут сделать здания более полезными. BlueEnode запускает платформу с открытыми данными и приобретает здания, в которых точно указывается способ снижения энергопотребления, сокращения выбросов, увеличение стоимости зданий и отсутствие выбросов во всем мире. Вот, в принципе, проект такой достаточно глобальный, да, соответственно, white paper довольно-таки обширный, все подробно разработчики расписали. По ICO, да, всего на продажу будет выделено 6 миллиардов 250 тысяч токенов, что составляет 50% от общей генерации токена. Токен обозначения BNOW, стандарт ERC-20. Вот, в принципе, вкратце и все. Желаю вам удачи с вашими проектами.